Иго, всем привет, с вами Нот, с вами Майкл, но не Майкл, с вами будет Франклин, о, господи, не прошло и полгода, я исполнил. Ого, проходи, жирный зайц, йо-йо, пошли нахер. Ты кому сказал, чё? Думаешь, я до вас не доберусь, да? You got shit fucked up. Punk ass bitch. Motherfucker. You trying to run up on me, bitch? Это черный район, понял? А ты куда убежал, черномазый? Щит, собаки, а. Не в тот район забрел. Секунду. Так, и у меня есть задание вот это, L. Надо пока на него добраться. Все, уходим, 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 уходим. Что мы думали? Не на того негра напали. Плохая попытка. Стоять, стоять, стоять! Стоять, я тебе сказал! Да вы офигели! Блин, где хоть кто-нибудь? Чувак, тебе лучше остановиться. Ради твоего же здоровья! А я тебя просил остановиться. Момент. Просто уезжаем, 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 уезжаем. Какой ж ты урод так? Че ж ты едешь ко мне, а? Да, жизнь негра тяжелая. Каждый день тебя могут завалить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О боже мой, что случилось? Не, просто мне было непривычно одновременно смотреть на телефон, и тут пишет, как обычно, и ездит. Ну ладно, вот так вот начался день Франклина, точнее вечер. Сейчас нас подлатают и прочее. Я просто тут пытаюсь понять, что нам делать. Ой, прикольно. Шарашки. Секунду, тут у нас говорят, что пару универов отобрали лицензию. Шарага. Шараги. Да, лучше так, не знаю. Жги, лишки. Да, извините. Как обычно, только начинаю запись, как появляется моя ненаглядная, которая хочет со мной поговорить. О-о-о, такси, 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 такси. Тихо, 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 не паникуй, мне срочно нужна машина. Срочно нужна. Я вам позвоню. У меня задание. Секунду, тут у нас разборки. Тут говорит, эта девушка рассказывает, что она, у нас вот универы, которые закрыли, которые типа не могут больше обучать людей или выдавать там как-то дипломы. Да, муж, то господи, куда я полетел? Я думал, я сокращу. От первого лица вылази, алло. У меня аж камера съехала. Так, что мне делать? Я же сам. И типа говорит, что с ней пытались знакомиться с этого универа, который закрыли. И говорит, когда она узнавала, что люди оттуда, сразу прекращала общение.
Ну прикольно тогда. Я всегда знал, что это страшная шарага. Ну да, забавно. Сейчас сходу. Вот людям там обидно. Что такое? Давай, опа. Что она еще пишет? То есть она считала, что люди учатся в других универах. В этих универах неадекватные люди. Но в целом, да, у нас много шарак. Хорошо, что у нас, оказывается, есть такая проверка людей. Типа из какой-то универа, потому что, блин. Честно, вот я учился в универе АОС, запомните, если кто есть из Казахстана. Я не знаю, как он сейчас. Ну, если они что-то исправили, то молодцы. Если нет, то это самый один из посольственных универов. Ну, не в плане, что я в многих учился, а в плане, что обучение там просто было дичь. То есть я учился, допустим, на программиста. А, господи! О, моя нога. Меня больше заставляли учить философию и историю, чем языки. Ты куда валишь? Собака. Просто стрельба, негра сбили, не обращайте внимания. Просто я не знал, что можно так вот забивать на обучение людей. Просто нереал. Там не то, что, допустим, студенты не ходили, там препода не ходили, вот эта жизнь была. Так, что у нас здесь, чтобы начать задание, верните сюда. Ах, черт, это L синяя, блин. Конфуз, я-то думал, что это мои задания. Ах. И вот мы сейчас обсуждаем, типа, прикиньте, вот человек вот учился 4 года, потом пошел сдавать, а там хоба, и его больше универ не действительно. Так, у меня тут кто-то сидит. Поехали домой. Почему я подумал, что мне на эту ехать? Черт, не знаю. Стой! Чем меня все игнорят, алло? Ты ж пошел вон! Пошел нафиг вон! Даже не дают мне угнать машину. Я в шоке от людей. О, машина стоит. О чем машина здесь забыла? Ну, мы ее потом будем улучшать, пока нет, пока мы заработаем денег. А, нормально. Забываю, что здесь у него замедление есть. О, стрип-клуб рядом, можно опять зайти. Но правда оно мне надо. Кстати, да, у меня что-то девушка есть. Че, она готова погулять, нет? Или она только в стриптиз-клубе может с ней увидеться? Можешь повеселиться? А когда ты свободный, алло? Когда я не позвонил за недавно? Что за женщина? Привет, я знал, что ты придешь. Ты кто? Опять ты? Тоня, ты что, по жизни обдобная? Да, пошел ты, Ламар. Ну, то есть, Франклин или кто ты там. На районе все знают, что ты стал гангстером, типом... Да, блин, если гламур означает, что я теперь не курю крэк, как ты идешь к другу, то да, все верно. Мерзкий что? Только чего? Ладно, извини. Но что же ты забыл про пацанов? У JB дела не очень, ему нужна помощь. Нигер, нам нужна помощь, иначе мы все потеряем. Хорошо, хорошо. Что надо сделать? То же, что и раньше было, что нужно немного помочь с эвакуатором. Да такого мужика, как ты... Ладно, на тебе пора завязывать. А то у тебя совсем крыша едет. Почему я сразу с ними соглашаюсь? Могу я просто грохнуть? Сядьте эвакуатор, а где он? Где эвакуатор? Чувак, пошел вон! Ну и где твоя машина? Я себе знал. Ты никогда не мог мне отказать, Франклин Клинтон. Мои мозги еще не совсем скукожились от Крэга, я хорошо помню. Не начинай, нам же было лет под 13, но в тот вечер ты стал мужиком. Каждый раз об одно и то же. Ничего у нас не было. Все нормально, малыш. Я понимаю, рана еще не зажила. Да
долбанная Крэков, нафига ты мне сдалась? А хотя, может быть, и что было, не знаю. Яна! А, блин. Конфуз. Бывает же. Вот наш грузовик. Ты знаешь, что делать, да. Разбейся. В смысле? Она должна была разбиться, не я. А, она и разбилась. Лол. Ой, да ладно, что она начинает? Пардоньте. Зато мы узнали, что она может умереть. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this... That night? Это свидание же было начинать. Shit. And nothing even happened. It's all... All good, baby. I know that wound ain't healed. That's Al Franklin. Al Truck. You know the drill. Так, ты знаешь, что делать? Думаешь, я помню? Не обучение повторишь, нет? Бомшик. Стрел опустить. Шип поднять. Все просто. Ну где ты? Поехали! Диспетчер, что у тебя? 10-4 на связи. У нас внедорожник без наклейки, припаркованный на стоянке для инвалидов. У Little... Как меня поняли? Как поняли, так я и понял. Так поняли, я смышленно, Джей Би. Все еще болеет. Я точно тебе нужен? Похоже, ты знаешь, что делаешь. Во-первых, я не могу вести машину. Во-вторых, это же не женское дело. Тоня, ты прямо пронзила и пронизана идеями феминизма. Типа как твоя тетя? Я на днях видела, как она притворялась, будто бегает в и вопила какой-то бред. Она совсем спятила. Да, в этом я с тобой согласен. И лапочка, у меня есть квалификация. Ни хрена подобного. У меня сертификат космолога. Ты что, мои ногти никогда не видел? И что, ты теперь в космос полетишь? Ты всегда считал себя умнее всех. Помнишь среднюю школу? Девиз? Ты почему-то... Ты чему только не научился? Так, и тебя математику на улице не научили. Чё, где, как? Ладно, не суть. Главное расслабиться и ехать. Что может быть сложного? Заехать, упереть машину с инвалидной стоянки и вернуться назад. Нулевое дело вообще. Фига себе он рубит. Например, нарушать все законы физики. Извини, друг. Есть 100% вождения. That's whack. Сейчас все будет. Ну, давай. We're on, boo. Let's move it out. Вот, другое дело. Come on. I was only parked there for a minute. Да ладно, я только припарковался на пару минут. Слышь, пошел вон. Бегал, ты бегай дальше. Ха. Физичная работа вообще. Ну, блин, мне еще что-то скинули. Или надо проводить время с девушкой. Ну, вы знаете, девушки такие. Ну, грузись, давай. Ого. Тут, как всегда, какой-то хаос творится. А, блин. Извини, все нормально. Ну так, это... В новой работе грузи так не зайдешь. А я думал, ты занимаешься конфискацией получше. Точно. Только машины получше. Это честный заработок, а в наше время такое не часто встретишь. Заработок это я еще не видел. Джей Би должен наконец взять себя в руки. Джей Би сейчас тяжело ему.
Тяжело сидеть на жопе и курить крэк. Мне нужно отрабатывать за него. Говорят, компанию хотят расширить. Новый хозяин — плохая новость для водителей без прав. А JP обменял свое удостоверение, обменял напутку 2 года назад. Это проблема, я понимаю. Не понимаю, почему раньше это не случилось. Значит, мы поможем брать... Блин. Да нереал, да как так-то? А, чего меня не грузит? Чего у меня с Wi-Fi? Что вообще происходит? Блин. А, говорят, компанию хотят продать. А, блин, расширить. Пс, как я читаю, господи, вы видели, да? Еще? Господи, я неадекватно читаю. Новый хозяин — плохая новость для водителей без прав. А JB обменял свое удостоверение на пушку 2 года назад. Это проблема, я понимаю. Не понимаю, почему решать ее должен я. Значит, помочь братишке — это уже ничего нижнего достоинства? Че, да окей. В смысле не пашешь? Алло, работай. Я же здесь, так, и этому братишке уже 20 лет помогаю. Так что это скинули? Казахстанские медицинские университеты прекратили свою деятельность. Ну да ладно. Лол. У меня Лолу справили на город. А, господи, тупой телефон. Я же здесь, так, и этому практически уже 20 лет помогаю. Поняла. Что, поговори мне что-нибудь. Поговори мне что-нибудь, поняла? О, оружие нет. В принципе, нафига качать стрельбу, я могу на миссии ходить, и там я прокачаю. Ха. 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 Конечно, в тир можно походить, но это бессмысленно. Что там, нормально машина держится, отлично. Но загружаем в отмеченной зоне, как раньше, милый. Сама ты себе милый, поняла? Ну. Так, я тебя отблагодарю, ты знаешь. Ну еще увидимся. Не только надо, что жал. Жму G и думаю, что за фигня. Машину починили? Вроде целенькая. Хорошо. Так, и куда мне теперь надо? О, можешь купить дом. А почему нет, если деньги есть? Давай. Вот здесь кофе какой-то. Еще прикольно от первого лица играть. Хаба. Фига себе, он поворачивает. Я не знаю, силы мысли как-то машину разворачивает. А. Ох, прошел. Красиво. Как он входит в такие повороты, я не понимаю. Но я в целом жив. Так, сколько стоит эта фигня? Купить гараж за 30... Подтвердить покупку. Ей, у меня же есть 30-ка, чего нет-то? В гараже будут сохранены транспортные средства, купленные на веб-сайтах или оставленные в нем. Ага! Здесь можно получить особый транспорт. Что это значит? Ну-ка, что-то можно идти. Здесь можно особый транспорт. А как вы... Выпустите! Чё с Wi-Fi? У меня Wi-Fi на телефоне тупо умер. Не буду я тебе отвечать ночью, Владимир, иди. Извините, подальше.
есть рабочий день. Вот в него и звоните. П, гонка. Аэропорт. Еще с Wi-Fi. Эй. Тупой Водафон, блин. Ну, поехали сюда по пути, посмотрим, что у нас на подарке будет. Да, здравствуй. Ты не поверишь, это ограбление. Не в тот район дошли, да? Да не парься ты. Не парься, говорю, не зли меня. Если меня никто не пострадает, понял? Воу! Да, не выпрыгивай, мы доживем до конца. Хватит на сайте Legend Motor. Руль не поддержишь, мне надо посмотреть, что на сайте есть. Список. Подметка Юбирна, встреча с кем? Чё я с крысом? Не понял, что это за задание. Разведка ювелирного. А, я их не могу выполнить. Че это такое? Ага, новое поступление запчастей. Тюнинг для вашей тачки был бред. Теперь у вас есть возможность. Так. Ох ты ж. Ого. Ого! Летите недорогие, но это типа уникально. Интересно, если, допустим, я его куплю. И она пропадет или останется? Ну, в смысле, если я разобью. Да. Здравствуйте. Компания Oriflame. Вам это идет. Забирайте мой джип, он дороже. Ха! Видите, не сбил его, выдумали сумасшедшего. Было бы желание. И я могу никого не убивать. Вы понимаете? Эту всю игру можно пройти, никого не убив. То есть они будут сами себя убивать, понимаете? Во. Одежда. Ох ты ж, господи. Яд! Ох-ох-ох-ох. Ауч. Это было больно. А я разве не пристегнулся? Наверное, забыл. Я хотел глянуть в магазин с одеждой. Не засмотрелся на карту. О, блин. Опять засмотрелся на карту. Короче, никогда не смотрите куда-то еще, кроме дороги. Это обычно плохо кончается. Чё у меня с машиной? Опять колесо, что ли? Походу, да. Ладно, дойду и так. Здравствуйте, мадам. Так, где-то тут. Что у нас есть? О! Во, негра. Вот негры вот так вот ходят, сто пудов, сейчас. Они любят что-нибудь беленькое. И расстегнутое, чтобы... А, давайте вот это. Так, как там выбрать? О, ништяк. Нажмите рубашки. Не, рубашки отстой. Погодич, тут рубашки тоже так все. А? Рубашки, рубашки. Че? Джей Би пропал, плиз, помоги девушке еще раз. Позвони, я все объясню, целую Тони. Че у тебя?
мой брат по кайфу. Что там случилось? JB, он опять косил от работы, малыш. Я не знаю, что делать. Да, все время косит. Тут все хуже, Франклин. На этот раз он глубоко увяз. Его ищут, оставляют сообщения, говорят, что уволят его. Ты даже не позвонишь сестре? Слушай, я этого не допущу, лады? Оставь это мне. Надо быть четким. Нет, какие буты. Так, мне теперь нужны штаны. Ну, да, смотрите. Так, где можно купить штаны? Штаны, штаны. Чего у вас только куртки? О, штаны. Штаны. Все какое-то никакое, не знаю. А еще есть на выбор что-нибудь? Они как-то меня пополнят, что ли? О! Во! Я, все, я двигаю. С этим годом. Та, чтоб вас. Прикольная прическа. Чё смотришь? Другое дело. Стой, 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 хочу хаммер. Девушка. Позвольте прокатиться. Да чё звезда-то сразу? Ай, но габариты большие нет. Так, что это у нас там? Классная машинка, слушайте. Ах, господи. Я же говорю, от байкеров один проблема. Я что это? Ну и за Хаммер хоть вылетит не так легко. Да отвалить от меня, хочу на это задание съесть. Ну зачем я это сделал? Надо было план типа остановиться рядом, ну не что. Вот она там. Все нормально. Все нормально, нормально. Можно помочь чуваку сесть опять в этот эвакуатор, черт. И не умереть. Кстати, каким макаром жизни остановится, не понимаю. А, ух ты ж. Это от кого отлетело, от меня? Фига себе. Я просто отвлекся, он тут пулис прям передо мной. У меня ж чуть сердце не становится. Так, ну лобовой нельзя устроить, иначе смерть. Поэтому я устрою боковой. Правда, забавно. Фух, что у меня от Хаммера-то осталось? Тьфу-ху-ху. Да без разницы. Да мне нравится, что у меня здесь отображается все, смотрите. Ну, поехали. Вообще странно, что в играх не делают ноги. Но фигурка же есть, поставь камеру на ней, все. Какая разница, откуда? Говорит диспетчер. У нас автомобиль на железных дорожных путях у Чам-стрит. На, ага, кто меня слышит? Прием. Я беру его на себя, йо-йо. Понял, давай быстрее. Близись до стрявшей машины. Бип-бип. Шкие. Ну да, он вообще не сразу будет снять эту жму, думаю, что он не срабатывал. Никто в целом не пострадал. В целом страдания допустимы. Ох, я что за ногу. Воу.
120, фига себе. Как ты меня вытолкал? Спасибо. А, еще я на время буду это делать. Сейчас все будет нормально. Any chance you could take me to a mechanic so I can get that death trap fixed? Так. Все, машина с нами, да? Извини, что помял, но просто как бы удачное место для поломки. Не по... На переезде мотор зачихал, а потом вообще заглох. Чертова тачка. Странное дерьмо. Я 100 раз говорил своей жене. А она типа, нет, Фил, теперь так нельзя говорить. Я посмотрю, что она зовет, когда узнаешь, что я едва не погиб. А вся эта... Это что? Подождите. А то она сейчас перелистнет, и я опять не пойму. А вся эта экостраль, которую они теперь суют в машины, мы их об этом не просили, мы не подписывали тот договор. Но логично. Блин, а почему я это в Google Диск не закинул? A mile less of the gallon, and maybe I would have ended up on top of the train tracks. I'm at a loss for words. Could have fooled me. Я бы не сказал. Приятно, когда эвакуатор тебя просто подвозит, а то бы я постелил тебе хвост в гриву. Не сомневаюсь. Давно ты этим занимаешься? Вообще-то я этим не занимаюсь, просто помогаю другу. Надеюсь, он не обиделся, что мы его машину вытолкали. Просто, по-моему, нереал быстро подъехать, зацепить и увезти. Мотыляет. То что твоё корыто там несет что-то. Ох, чувак. Мне неприятно тебе говорить на твоей машине, по-моему, халам еще хуже стал. А черт. Как это мотыляет. Вау. И как видишь, я там не работаю, поэтому я ездю как хочу. Да, слова ездить нету, есть езжу. Чувак, благодари наш сервис за доставку быструю. Все могло быть и хуже. Блин, таким звуком металлолома едет. Ну еще раз спасибо, все могло бы обернуться намного хуже. Едите, я ее подвез. А вот лучший мужчина во всем Южном Лос-Сантосе. Можешь передать Джей Би, что я сделаю его работу за него. Опять. Обязательно скажу, как только он проснется. Вот собака, она меня использовала. Все, теперь я могу спокойно доехать до этого здания и выполнить этот хранец. А, моя дверь, чувак. Чувак, ты же понимаешь, это район негров, прочее. Да. Не в тот район, не в том месте. Мне кажется, он слегка подвисает, я не могу понять почему. Успею! Не успел. Жестяк. Ну, попытка не пытка. Так, ладно. 5
5 штук, вы что, издеваетесь? Что это за больница такая? 5 штук, мать моя. 5 штук. Я так разорюсь, если умирать буду. Стой, мне для задания. Да не плачь ты. Верну в целости, вот увидишь. Я почти всегда в целости возвращаю. Что, он еще загрелся на меня? В отличие от машины, машина вернется в целости, а вот я не факт. Надо опять в стриптиз-клуб зайти, чтобы со своей девушкой встречаться. Вот отстой. Может, новую найти. Но опять ставить ограничения. Ну, все равно будем заглядывать, будет там красивое, будем брать. Будет красивое. Дело-то. Все равно в эту игру можно играть вечно. Хотя уже ходят слухи о 6-й части. На сегодняшнее число сегодня кое 6-е, 7-е. 6-е, да, наверное. Нет! Ау. А как, вы живы? Черт, по-моему, ему плохо. Чувак! Чувак! Господи! Ему плохо, вызывай скорую, ты смотри! Походу он в хламину. Да плохо ему! Вызови ты хоть скорую! Господи, что здесь с людьми происходит? Вызови скорую! На. Вот так вот никто не поможет. Я убил тачку. Одолжай. Дай покататься, спасибо. Ты плохой мэн. Просто не каждый раз... Ой, ты ж на дорогой поездишь. Да блин, я не вижу просто, что у меня под колесами. Во. Поппи. Что за Поппи? Кто такой Поппи? А, это опять ты. Эй, Кори, сюда, скорее, иди сюда, пожалуйста. Знаешь что, если ты думаешь, что фото стареющей пилотки это здорово, подожди, пока мы не получим снимок, на который Поппи... который ее шпилят зад. Рад тебя видеть. Серьезно, чувак. Эта сучка любит долбиться в дымоход. Ага, круто, да? Новая любимица всей Америки. Чувак, она любит сахарную вату и щеночка. Ага, и еще трахается была. Говорю тебе. Один снимок этой блудной макаки, мы богаты, кореш. Чертовски богатый. Как говорится, что кто говорил, что американцы к черту? Только не я. Ну идем, только не забудь, парень. Это тайная операция, надо идти тихо, как ниндзя. Иди за мной. Уверенно, но незаметно. Отныне мы призраки. Да. Но с тобой трудно будет. Нас с тобой будет трудно заметить. Тихо. Ты нас выдашь. Я слышу кое-что. Держись рядом и сохраняй спокойствие. Чего ты от меня хочешь? Я на работе, просто смени этот ему подгузник, это совсем не трудно. Ну и что, что она воняет какашками? Это не сложно. Послушай, мне пора, я тебя люблю, сделай все, что можешь. Эй, Мария, как дела? Как всегда, все так же в работе, ну ты знаешь. Идем, они должны быть сразу за бассейном. Вау. Тут живут люди. А это раз за углом. Ты готов видеть, как любимица Америки принимает гостей через черный ход? Сядь черный ход. Камеру возьми ты, держи. Она меня знает, парень. Я постараюсь. Ох, фига себе. Малыш, так хорошо. О, это фантастика. Мне надо стать на это? 18. Он такой большой, знаю. I'm a safe virgin. You're really not that into this. I'm only a virgin for TV.
Да. Ну, я всегда сразу быстро не подмываю, прыгаю вверх-вниз, так что это не считается. Ну что не так-то? Поппи, я тебя люблю. Я так и мечтаю, чтобы мы добили славу, мы бы стали самой красивой парой подростков. Но, Джосин, тебе 21, а мне 24. Мы ведь тинейджеры, только для публики. Неправда? Ладно, продолжай, хорошо. Я хочу есть. И что мне делать? Идет обучение. Задание. Секс-видео. Кто-то подглядывает. А чёрт, охрана. Хватит, хватит, хватит. Сюда. Давай. Бегом, бегом, бегом. Идите колотить, серьезно. И все сидят за нами, не сиди просто так. Снимайся, снимай эту бешеную гадину. Чёрт, любимец Америки, тащит злобную тварь. Я знаю. Ну и отлично, я постараюсь оторваться от них. Я качала квадрицепсы, дебил. Ну да. Сейчас будет прямой кусок дороги. Это твой шанс. Тебе хорошо говорить. Ведь ты за рулем, а я снимаю. Ты подонки. Сначала всегда тяжело, потом будет легче. Ух ты. Что это за черт? Это сволочь у нас на хвосте. Сейчас резко сверну вправо, удерживай ее в кадре. Удерживаю. Эти двое растлители малолетки. Малолетник. Я сверну налево, срежу на переулке. Держись. И тебя туда же. Вы понятия не имеете, на что я способна. Давай, 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 дави на газ. Фига секшн. Я даже не хочу узнать, на что ты еще способна. Мне увиденного хватит. Чокнутая тварь. Черт, впереди машина. Ух ты ж. Ухожу налево, держись. Держи камеру. Я уничтожу вас нахрен. Вместе с семьей и друзьями. Держи ее в кадре, да держу, держу. Боже, она до сих пор не отстала. Содрала, я еду через стройку. Фига себе, сумая. Нет! Надеюсь, наша маленькая документалка не превратится в снаф. Снаф. Да брось, ничего не будет. Мы сотрем звук. Ой, уже вижу заглубки. Поппи Митчелл разбивает автомобиль в припадке секс-бешенца после приема наркотиков. Ха, капец, компромат. Очередной бесценный опыт, кореш. Кто-то должен этим заниматься? Я так не думаю. Вот что, если не хочешь сказать, если не хочешь сказать, что разбогатеть, предоставь обществу важные услуги. А, наоборот, мы больше не увидимся. Но ты ведь не идиот? Нет, я полный дегенерат. Что с тобой связался? Ну, это все. Секс-видео, отлично. Стой, 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 стой. Извини, я не хотел. Ты сам встал мне на пути. Он еще живой, да, по-моему? А нет. Лететь, колотить, давай. Что там? Мы с Джей Би завязали, но у него отходняк. Ему очень хреново. Можешь снова хочешь позвонить целую. Может, заново на тебя на работу выйти вообще офигел? Вау, это скорость. Ха! Ты мог подумать, что я умру? Но я просто так не умру. Это иначе... Я бы не был Франклином Джей Симпсона. Не знаю, какая у меня фамилия вообще? Вот это май. Черт, не мой дом. Вместо Симпсона. Вот.
А, моя машина, ладно. Никто не знает. Если не забуду, я позвоню. А, сама себе ноги скребит. Ну что ж, всем хорошего настроения. Ух ты, кола. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.